Доброе время суток. В сегодняшнем небольшом обзоре я расскажу о зарядном устройстве для никель-металлогидридных аккумуляторов производителя Варта. Собственно говоря, цена действительно у него бюджетная, но устройство вполне рабочее, хотя и простое. Зарядка имеет два слота с одной стороны и два слота с другой. Заряжается попарно, то есть только два аккумулятора. Один аккумулятор зарядить не получится. Что касается время зарядки, то на сайте производителя и в документации к самому устройству есть таблица, которую вы сейчас видите на экране, по которой можно определить приблизительное время зарядки батареи той или иной емкости. Также зарядное устройство имеет два светодиода, один и второй. То есть один светодиод сигнализирует о начале зарядки этой пары, второй светодиод – начало зарядки задней пары. Если светодиоды потухнут, будет сигнализировать об окончании зарядки. Если будут мигать, то будет говорить о наличии короткого замыкания в аккумуляторе. Что еще добавить? Данное зарядное устройство имеет таймер на 13 часов. То есть через 13 часов, независимо от того, зарядился аккумулятор или не зарядился, устройство будет выключено автоматически. Данный таймер также служит и защитой от перезаряда. Что мне здесь понравилось, что не понравилось? Что понравилось, это простота. То есть для дома, для семьи данный вариант будет, мне кажется, очень неплохо работать. В том случае, если у вас немного устройств, требующих аккумуляторы. То есть если вы заряжаете в месяц там 30-40 аккумуляторов, то есть смысл взять что-то более серьезное. Если там 5, 10, 15, то вполне достаточного будет этого устройства. Также в этом зарядном устройстве нет возможности заряда литиевых батарей, и конечно здесь не хватает полноценного индикатора зарядки. Но если бы все это было, то бы и цена уже была другая, и мы бы тогда говорили бы об индикаторе, об зарядном устройстве совершенно другого уровня. Ну, в принципе, на этом все. Пусть аккумуляторы заряжаются. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, хорошего дня.